Решение вопроса обманутых дольщиков в Подмосковье поставлено губернатором Андреем Воробьевым на особый контроль. В ходе прошлой недели ход строительных работ на важном инфраструктурном объекте, газопроводе до станции ЖК «Высокие Жаворонки», проинспектировал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов. Руководитель предприятия отметил, что строительство газопровода завершится раньше запланированного срока. Была подготовлена дорожная карта, и мы брали на себя обязательство закончить объект в конце марта 2020 года. Вот сегодня я дал поручение, мы на финишной прямой, мы закончим стройку на месяц раньше. Поэтому через месяц я всех приглашаю сюда, где мы подтвердим, что стройка закончена, можно жителям уже выдохнуть и готовиться к заселению в свои квартиры. В настоящий момент идет укладка труб в районе деревни Таганьково. Ввод 5-километрового газопровода в эксплуатацию позволит подключить газу котельную и обеспечить теплом многоэтажную застройку жилого комплекса «Высокие Жаворонки». Помимо Игоря Баранова, в работе инспекции принимали участие дольщики, представители ГК «Гранель» и окружной администрации. Почти 800 человек ждут своей квартиры, строительство которых было остановлено в 2015 году. Проект «Высокие Жаворонки» был без решения того, как выдать ключи гражданам, но благодаря содействию правительства Московской области решение было найдено, и мы планируем, что благодаря в том числе этому газопроводу в 2020 году почти 800 семей получат свои долгожданные ключи. Жилой комплекс «Высокие Жаворонки» – это семейный микрорайон, который находится в деревне Малые Веземы. В мае 2018 года обязательства по достройке домов взяла на себя компания «Гранель». Сейчас все строительные работы подходят к завершению, а это значит, что уже совсем скоро люди смогут справить новоселье в своих долгожданных квартирах. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».